проанализировать и принять совместное решение. Представители общественного совета при городской думе собрались, чтобы обсудить инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система, когда внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления. При них сформированы депутатские корпуса. Выделяется отдельное финансирование на содержание районов. Десятилетний опыт работы в такой системе показал ее низкую эффективность, размывание ответственности между районом и городским уровнями управления. Те, кто были или сейчас являются депутатами районных советов, столкнулись с этим напрямую, когда вроде как ты депутат, и полномочия у тебя законом предусмотрены определенные, а средств ни копейки нет для того, чтобы реализовать эти свои полномочия. Напомним, что на двухуровневую модель системы местного самоуправления в городе перешли в ходе реформы 2015 года. Тогда это был эксперимент, в котором участвовали Самара, Махачкала и Челябинск. Сегодня предлагается вернуться к системе, когда внутригородские районы снова войдут в состав администрации города, а жители города будут выбирать не районных депутатов, а парламентариев напрямую в городскую думу, как это было прежде. Когда жители идут голосовать, то они, конечно, вот, дают себе отчет, что вот в этой части нам здесь вот... На нашей территории, где человек избирается, да, есть понимание, чем поможет, и мы на него возлагаем надежды. Вот здесь он защитит наши интересы, а вот здесь, так сказать, он будет продвигать общегородские проблематики. Предложение о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления вынесут также на публичные слушания. Если жители поддержат инициативу, то городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.